Оу, куда я улетел? Что это за фигня сейчас была? Ну вы это видели? Всем привет, ребятки. Мы сегодня поиграем в Ravenfield на карте Great Wall. Это карта в постапокалиптическом таком вот стиле стимпанка, да. Короче, я взял такие, значит, пушки Барретт М82, Макаров, какой-то гранатомет новенький, ну и аптечку и гранату. Думаю, нормально будет. Давайте мы наконец-то уже зареспавнимся. Так, вроде я синих, да, выбрал? Да, все правильно. Карта очень большая. Так что нужно играть желательно здесь со снайперкой. Мы типа за синих обороняемся от красных, но все достаточно, короче, классно сделано. Карта реально здоровая. Смотрите, где аж красные. Вон огромной толпой прям нападают на нас. На, еще разочек. Кстати, звук прикольный такой на Барретте. Мне он сразу кое-что напомнил. Ну, кто в теме, кто поймет, думаю, в комментариях напишет, о чем я. Так, ну давайте... Ох ты ж, ёб, по мне стреляют, там самолет летит. У красных прям там жесткое наступление идет, смотрите. Но Барретт вроде ваншотит, это хорошо. Так, на. Промахнулся. Не, Барретт топ. Так, Макаров, он, кстати, тоже достаточно прикольный. Я думаю, мы отсюда не попадем, если будем стрелять. Так что даже нету смысла, думаю, стрелять. Так, давайте, наверное, спустимся, может, куда-нибудь вниз. Не, пока не будем, пока не будем. Красный самолет. Кстати, что за гранатомет? А, ну, я знаю этот гранатомет. Опустошитель он называется. По-моему, как-то так. Да что ж я не могу, блин, попасть. Кстати, анимация перезарядки у Барретта вообще жесткая. Мне нравится. На. Сейчас убьем его. Да, блин, промахнулся. Убил, убил. Вон гранатометчик, я вижу, бежит. Да не могу никак попасть. Да, серьезно? Вот, сейчас попал, все. Так, последний патрон у меня. Промахнулся им, все ясно. Так, наши там внизу, да, я так понимаю, ага. Ну, красные до нас добежать вряд ли смогут, потому что по ним там со всех сторон ведется огонь. Плюс я еще со своей снайперской винтовкой. Пушки по ним стреляют, всякие зенитки, самолеты. Короче, жестяк происходит. Давайте мы вниз, наверное, спрыгнем. Я вроде не должен умереть, да, в Ravenfield'е. Как в батле. Ты не умираешь при падениях? Ну, я не знаю, в батле я просто особо Battlefield не играл. Вот, там прям так, что всегда ты не умираешь. Или, может, это можно как-то отключить. Типа реализм, да, какой-то включить. Хоть какой-то. Так, давай пробегаем. Блин, по нам гасят с пушек. Это жесть. Вообще капец. Так. Вижу он челиков. Ох ты ж, ё. У меня, кстати, очень мало патронов осталось. Так, где моя аптека? На тройку. Все, давайте лекаться. Возьму пока пистолет. Кстати, и патронов на пистолете очень мало. Всего 46. Короче, вообще очень мало. Кстати, у меня 6 гранатомет. Давайте чпоник. Классный гранатомет, мне нравится. Оу! Вы это видели? В меня прям танк попал. Вот, смотрите, еще достаточно прикольная локация. Вот отсюда можно вести снайперский хороший прям огонь. Прям четкий. Надеюсь, меня сейчас не запалят и не убьют. Ну, то есть я более-менее открытый, но... Зато прям все хорошо вижу. Давайте вот отсюда будем вести огонь. Вот здесь хотя бы хоть немножко можно как-нибудь спрятаться. Да, по мне уже ведется огонь прям... Ох, у меня 30 всего хп остается. Жесть, жесть. Так, аптеку давайте кидаем и на вот эту штуку сядем. Это вроде пушка, да, по-моему? Да-да, это пушка. Так, вон вижу противников. На! А, это типа птура, я понял. Короче, управляемая ракета. О, вижу джип, вижу джип. Давай. На! Блин, меня убивают, гадство. Или я как-то криво стрельнул. По-моему, меня все-таки попали, да, ну видите, дым. Походу, с пушки откуда-то по мне стрельнули, заметили меня. Так, давайте с Макарова уже их поубиваем, этих челиков. Да кто ж по мне стреляет-то? И откуда? У меня 2 хп, капец. Тут умереть можно буквально на каждом шагу. О, гранатометчик, вы видели-то? Появился вообще жесть. Вон вижу гранатометчика. Да что ж ты не умираешь-то? Так, все, 100 хп снова, это хорошо. Надо отсюда выбираться, надо выбираться. Вон, вы видите башню, давайте туда. Здесь очень сложно будет, я думаю, выжить. Надо пробираться. Проходим, проходим, проходим.
Так, вон вижу чуваков я. Минус один, минус второй. Минус еще один. Не могу я машину, что ли, сесть? Или это... Ай, блин, не проверим мы это уже. Так, давайте, наверное, не со снайперкой мы будем, а с чем-нибудь другим. Да что за звук такой противный, жесть. Я взял реалистичный АК-47, посмотрите. Но звук все равно такой же, но он реально более-менее реалистичный такой. Надо отсюда выбираться, надо прорываться. Вот так, наверное, не смогу пойти. Хотя наши идут, так что можно, можно, можно. Смотрите, летающая лодка. Прорываемся, да, в атаку. Мне нравится эта карта, реально топовая карта. Блин, по мне стреляют. Умри, умри. Минус челик. Вот еще один. Там еще один был. Этот тоже умирает. Патронов, блин, мало, надо перезарядиться. Сейчас здесь топодяк будут красные. Или даже их очень будет много, не один красный. Так, отсюда я могу запрыгнуть? Я нифига не могу. Снайпер. Я прям к ним на их базу залез. Где наши... О-о-о-о! Аккуратно, блин. Так, еще партия. Ёпперс это... А, ну все, ясно, меня убивают. Не надо было аж отделяться. Хотя можно было гранатомет применить и одной... гранатой всех их убить. О, куда я улетел? Что это за фигня сейчас была? Ну вы это видели? Надо идти в наступление. Опа-на. О, возле челика, вы видели, прям пролетело? Дудух. Но лучше с этой фигни вылазить. О, наши пошли в наступление. Надо идти в наступление, срочно. Пока оно идет, пока здесь есть люди, надо нападать. Ну, что-то мало в наступлении, очень мало пошло. Не, 5-7 неплохой. Умри, блин, чувак. Да что ж вас так много-то? Да, ой-ой-ой-ой. Ага, всех наших снова, да, убили, я так понимаю. Походу, да. У нас 70 хп всего остается. Жесть. Прям здесь все обстреливают. А, это наши, блин, я по нашим стреляю. Ой, вот база красных. Надо взять гранатомет. Умри, блин. Жесть, жесть. Не, надо отступать, я здесь не выживу. Надо отступать. Вот к мосту бежим. Все, здесь хоть как-то можно выжить на мосту. О, чувака разорвало просто. Такими выстрелами. А, все, нету снарядов. Блин, жесть происходит на карте. Я еще каким-то образом, правда, выживаю. Так, там есть кто-то? Я просто префами беру. Может, кого-то доубью. Так, надо гранатомет использовать. Так, у меня патроны все везде перезаряжены, да. Вроде везде. Челик, блин, или не один. Прям тут наступление красных. Ой, блин, меня все-таки один добивает. Вот, падла. Ну, в принципе, неплохо. Тайп 1, вот давайте посмотрим, что это за оружие. Я, по-моему, брал уже. Не брал, по-моему. Прикольная штука. Темп, конечно, не топ, но зато точное очень оружие. Вертушка к нам летит. Чья вертушка? Наша вертушка. Немножко, правда, подбитая. Дымится вся. О, попадаю по чуваку. О, пробегаем, блин, капец. Жесть, жесть творится. Вот вижу чувака. Да, что меня с этого холма, блин? С этой возвышенности немного вниз сталкивает.
Из-за этого я и не попал. Опа, на челик! Умри! Добили вроде. Самолет! Не, надеюсь, наш. Не знаю, чей он. Надо гранатомет брать. Вон чуваки там. Снова наши тут наступление. 3 человека в наступлении, вы серьезно? Собрали бы уже побольше силы и отправились бы. Вон там чувак сидит, он по нам шпуляет, кажись. Надо по нему попасть. О, тут идут на нас чуваки. Блин, со всех сторон, капец. О, еще и джип. О, нашего еще избил. Блин, меня убивает. Кто? Откуда? Оттуда он, чувак. Хороший автомат, но давай что-нибудь другое возьмем. Надо что-то имбовое взять, чтобы я просто зажимал. МГ может взять. Но она не супер точно, но давайте возьмем. Хотя бы перестрелять чуваков сможем. Угу, нормально, думаю. Гранатомет реально, кстати, неплохой. Мне нравится. О, да, МГшечка, это топ. Не, в атаку нам не надо идти. Что это такое? Там он пушки, капец. Проходим, проходим, проходим. Не, пулемет, конечно, жесткий. Вот этот чувак с имбопушкой. Во, мы его убиваем вроде. О, во-во-во-во. У меня аж слегка пролагало от таких залпов. Блин, патроны, патроны. Срочно нужны патроны. Охренеть. Снайпера надо брать мне. Снайперку надо. Все, хватит. Рашить не получается, рашить. Сильно сложно. Слишком много противников. МК-14 тактика. Ну там, наверное, будет так себе оптика. Вот СВД-12. Давайте посмотрим, что это такое. Наверное, оптика тут хорошая, да? Ну да, кстати, ух ты, реально топовая оптика. Всего, правда, 10 патронов, то я думаю, этого нам хватит. Так, надо привыкнуть, как стрелять. Ну, оптика так себе, честно, мне не нравится. Ага, еще хрен по чуваку попадешь. Что-то какая-то слабенькая снайперка. Я не привык с такой фиговиной стрелять. Вон оттуда по нам гасят. Вон, вижу чувака. Сейчас возьмем упреждение. То выше, то ниже. Капец, не долетает, что ли, или что? О, попал. Сейчас попадем. Не-не-не, не получается. Ладно, надо идти в атаку. Ага, все, минус наше все наступление. С чего это так хреначит? Оу! Че это у чувака такое? Охренеть, что это у него за пушка такая? Уганда Наклс какой-то жесткий. Гранатомет Уганда Наклс. Наверное, я его добавил, раз он у него есть. Ну, хоть снайперка в ближнем бою неплохо работает. И меня разорвало жестко. Нет, 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 нет. Плохая пушка, мне не нравится. Надо что-то брать М14. Скоуп, кстати, но это будет неплохо, я думаю. М14 сама по себе неплохая снайперка. С оптикой вообще будет хорошо прям. Так, мы почти победили, немножко совсем. А, это я помню, что это за пушка. Я вспомнил, что это за пушка. Прикольная пушка, но оптика, да, у нее страдает. Но ваншотит жестко. Вон, вижу чуваков аж там. И долгая, кстати, перезарядка, это плохо. Ну ладно. Зато целых 20 патронов. Быстрей, 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 быстрей.
Ох, это по нам, да. Вон вижу чувака далеко-далеко. Да хрен, а не попал. Я думал, хрен попадешь с этой оптики, но попал. Оптика плохая, если честно, какая-то замыленная. Мне не нравится. Ну, чувак, давай умри, умри, и ты умри. Ну, попадай, блин. Не хочет попадать. Еще совсем немножко. Надо заражить чуваков этих. Да что их не разрывает-то? Я прям в них попадаю, их не разрывает. Все, будем вот так бегать. С вот этой штукой. Эй, и где взрыв-то? Классно, классно стрельнул, называется. Вы видели? Гранату схавала почему-то. Ну там куча теперь красных. Я думаю, их можно пообстреливать. Что это за мыльными пузырями чувак какими-то стреляет? Все, мы победили, наконец-то. Ладно, в принципе, это все. Вот такая вот на сегодня серия получилась по Ravenfield. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще хотите серии. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы самыми-самыми первыми посмотреть новенькую серию. Все, давайте, всем пока-пока!